в огромном количестве приехали поддержать нашу команду. Большое им спасибо за то, что они есть, за то, что они нас поддерживают, за их терпение. К сожалению, сегодня у нас не получилось сделать последний шаг. Там, в этой игре где-то не хватило удачи, видимо, лимит был израсходован на наши фантастические предыдущие матчи. Но, тем не менее, еще раз хочу поблагодарить наших болельщиков. Мы постараемся достичь того, о чем они так мечтают в следующем сезоне. Нет ощущения, что возможность ничьей в сегодняшнем матче помешала? Во-первых, там было как будто бы боялись играть в футбол. Ну, знаете, не хотелось бы эту сегодняшнюю игру оценивать, на эту нет сил и эмоций. Единственное, что я могу сказать, что сегодняшний стадион, сегодняшняя атмосфера, сегодняшний накал игры, сегодняшняя честность, она подчеркивает то, что сегодня, к сожалению, проиграла «Динамо», но выиграл российский футбол. Вот. И особенно на фоне того, как трибуны провожали и Краснодар, и нас, и то, что они кричали, мы прекрасно все слышали, да, и в этой связи я хочу поздравить российский футбол в связи с тем, что и Краснодар, и Динамо сделали очень важные шаги в то, чтобы зритель поверил и в интригу нашего чемпионата, и в честность нашего чемпионата. Я не буду, я в этом вам тренер расскажу на пресс-конференции. Нам не хватило того, чтобы сделать последний шаг. Вы видели прекрасно, было две штанги, две опасные моменты. К сожалению, более так бывает. Сегодня не получилось. Сезон наш. Мы оказались в такой ситуации, где мы выполнили свою задачу на сезон, но заканчивали этот сезон с очень горьким привкусом, потому что нам не удалось ее перевыполнить, но будет в шаге. Спасибо большое. Виталий Александрович, по контрактам истекающим. И сегодня. А, кстати, по-моему, тоже не